Запишем лучше передачу про хейфица. Я согласен. Будем говорить, какой у нас хороший хейфиц. Другое дело, что просто интересно будет, насколько быстро после этого начнется погром. Какой именно? Причем не факт, что именно внутри. Не считай себя фигурой, равной Черчиллю. А чем бы нет? Не начнется из-за тебя погром. Черчилль погром. Прости, не начнется из-за тебя погром. Ну не будет так. Может быть только в твоей квартире. Ну подожди, не надо. Ну так. Смотри, если мы к нему внимательно сидим, мы покупать ему виски, сигары, то может он станет человеком равным Черчиллю. Нет, ну может быть, конечно. Равным я стану. Ради него покупать все, что он все, что можно. Равным не стану, но перерасти его могу вполне. Перерасти? Можешь. Всю жизнь горевал. Ну хорошо, ты запустил, да? Я запустил, я все запустил. Запостил. Запостил, да. Так что, доброе утро? Победи. Нет. Победи. Андрюша даст отмашку. Сейчас я просто смотрю. Да. Ладно, не буду искать. После распечатки надо разгвоз скинем. Почему? Найди спокойно. Почему? Да просто батарейка садится. Да, батарейка не садится. Можно выключить. Слушай, давайте спокойнее все это как-то, да? Давайте. Ну что, никто не спешит, помните, занимайтесь. Я просто повторяю, что на ноутбуке картинка висит. Ну висит и висит, она просто не включена, поэтому висит звук и не включен. Что делаешь, Питер, а? Не знаю, я бью пальцем. Бью пальцем. Ты знаешь, ноутбук, он же как девушка, он же ответить не может. Не надо. Нет, девушка отвечает. Прекрасно. Как девушка ответить не может. Что это у тебя за неопытность? Не всякий вас, как я, поймет. В беде неопытность ведет. Просто намек. Мерзкий хейфиц какой-то. Это просто какой-то намек. Одна яйца. Скорлупень какой-то. Вот. Это вы поменялись местами. Немножко уже. Немножко уже. Дорогие друзья. Так, погодите. Это типа. Ты же хочешь начать уже передачу? Да. Погоди, поставь тушку. Я если что, вот. А, ты будешь говорить. А, нет, давай сделаем так. Ладно, все. Кифи что-то придумал, пусть он говорит. Я что-то придумал. Дорогие друзья, в этот не по-весеннему зимний, холодный июньский вечер. Господи. +33. +33. Парянюру. Ужас. Мы хотим немножко. Да ладно, ладно. Зато у нас такое красивое яблоко на переднем плане никогда не было. Надо Стиву Джобсу позвонить, сказать, что он нам денег должен. Какое яблоко? Вот это а, полный твой. Так, ну, как мы узнаем, что ты вошел в кадр? А это... Я вижу кресло. Смотрите туда. Да. Я могу даже это вообще убрать отсюда изображение, чтобы вы меня не пялились. Потому что вот так сели, как Леонид Ильич Брежнев. Я думаю, что если можно его прикрыть, то лучше. Нет, прикрыть нельзя, я убил с него изображение. Да, вот, чтобы он вас не смущал. Да. Сейчас я еще на звук посмотрю. Очень красиво. Да. Хорошо. Пароль. Хейфиц. Что-то много, букв слишком. А, для хейфица недостойный такой пароль. А, так, чуть тихо совсем как-то. Ну, ребята, мне это совсем не нравится. Сейчас я добавлю звука. А почему вообще я один разговариваю? Почему вы не говорите на каких темах? У вас так, может, даже наставить звук, а вы что-то молчите. Все возможно разговаривать, когда ты разговариваешь. Да, естественно, потому что еще делать? Надо ты выкрываешь. Я все перекрываю. Все на свете. Да, то, что хейфиц умеет орать, там никто не сомневается. Вот я никогда ни на кого не орал, да, кроме полковника КГБ, который вел мое дело. И то от страха. А зачем ты на него орал? Какой от ты имел? Страха, от страха, объясняю. А, то есть ты буквально напугался, а страх и кричал, помогите! Да, именно так. Слушай, а почему я не слышу голос дамы? Она как-то тихо, она с чем все пришла? Чайка, что ли? Дама бережет голос. А вот тихо, чтобы, ну, тихо. Тихо, если она бы так издали, я никто не слышит. Машенька, я тебе как не могу. Какие вопросы? Вот такой голос мне нравится больше. Какие да, практически она сказала. Ты странная дама вообще. Пришли тут три мужчины. Вы дама, какие вопросы? Я начинаю диалог. Ну, естественно, я понимаю, просто такие вопросы могут писать, это три мужчины, одна дама. Только о сексе, о чем еще нужно говорить? Я не понимаю вообще, я просто не понимаю. Ну, вот и будете переводить. А, вы переводчик. Господи, я думал экономист. Обалдеть. Ну что, у нас тоже... Наш мужчина, когда я нахожусь рядом с дамой, что с ней происходит. Ужас вообще. Ну, как издатель, ему как не знать. Ну, он все знает, он умный. Это мы так себе. Так себе.
Так себе. Ну что, все готовы? Чай экономим, чая мало. Да и бог с ним, зачем нам вообще чай? Вот, я увидел, что у нас три зеленых, они черные. Как здорово. Да. Машенька пьет черный. Ну и правильно делает. Я интересно. Ну что, здорово. Все здороваемся. У нас сегодня громкая музыка. Громкая музыка, да. Поэтому мы будем... Говорим громко. Говорим громко. Не торопясь. Не торопясь. И не забываем пошутить. Члена раздельно. Что, давай, может, я подниму, попрошу насчет музыки. Есть? Они больше сказали, больше нельзя. Они испортились за наше отсутствие. Нельзя было это отхититься в стране. Да. Окей. Да. Зайдите. Чин. И хватит на сегодня. Угу. Теперь ты мне скажи. Ага. Ты должен мне теперь сказать. Ты прекращаешь посидеть или ты просто хочешь, чтобы тему мы тебе выслали? Что ты делаешь? Ты компьютер свой, боже мой. Ты бёшь компьютер. Андрюша, ты же бёшь компьютер. Осторожно. Он сегодня лучше, просто такой злой. Что ты хочешь, не понимаю? Хочешь ебло мое сфотографировать? На. Слушай, я тебе же был поинтеллигентно сказал. Делай то, что считать нужно. Я тебе же был поинтеллигентно сказал. Как бы сказала великая наша интеллигента, это самая Настя Волочкова, ебучая партия. Скажи, пожалуйста, в камеру. Пожалуйста, ебучая партия. Любая. Независимо от названия и целей. Вот это я обязательно оставлю. Сука, страна. Да? Точно.